Хабаровске снова случилась беда, связанная с беспечностью на воде. Следственный комитет в России по Хабаровскому краю сейчас расследует уголовное дело по факту исчезновения 13-летнего подростка. По данным следствия, 5 августа он и трое его друзей пришли на берег Амура в индустриальном районе. Они там играли и купались. Известно, что пропавший мальчик не умел плавать. Чтобы свести число подобных случаев к минимуму, сотрудники городской администрации вместе со спасателями проводят рейды по местам отдыха у воды. Недавно такой рейд прошел в Краснофлотском районе Хабаровска. Смотрим репортаж наших коллег. Вас никто внимания не обращает. Если вы ваши, обратитесь. Во время летних каникул поход на пляж становится одним из самых популярных развлечений. Дети загорают, ловят рыбу, а когда становится особенно жарко, устремляются в воду, не задумываясь, какой опасности себя подвергают. Вода прибывает, и дно не изучено, поэтому опасно нахождение детей самостоятельно. Ну, иногда бывает так, что не могут справиться, например, со своими эмоциями и может все закончиться плачевно. С начала пляжного сезона в Хабаровске утонуло 10 человек, и большая часть из них – дети. Во избежание несчастных случаев специалисты ежедневно инспектируют пляжи Краснофлотского района, на которые так любят ходить подростки. Нарушителей отправляют домой и сообщают об их опасном поведении родителям, которые чаще всего о том, где находятся их дети, не знают. Изначально проводится профилактическая беседа, обзваниваются родители. Родители чаще всего не в курсе, что дети вообще купаются на водоемах. Ну, забираем в отдел, чтобы родители забирали детей. Каждому ребенку выдают памятку, в которой указано, как правильно вести себя на воде и что делать в случае опасности. Помимо детей, инспекторы учат правильному поведению у воды и взрослых. У нас инспектора отдела полиции выходят и на школьные учреждения. Разговаривают непосредственно и с родителями, и со школьниками. Подобные рейды проводятся сейчас во всех районах города. Анастасия Незнанова, Анастасия Семигласова, Николай Трохин. Смотри Хабаровск.